Всем привет! Зазвонил у меня сегодня, точнее вчера, потому что уже за полночь время, телефон. Оказалось, это звонили с компании FedEx, сказали, что курьер привезет мою посылку во время с и до, надо быть дома. Ну, так как это время у меня было занято другими делами, и оказалось, что они, в принципе, недалеко от запланированных мною дел находятся, то есть крюк небольшой, я решил к ним сам поехать. И я очень пожалел о том, что я не взял с собой видеокамеру. А из телефона у меня была только старенькая Nokia с собой, поэтому заранее извиняюсь за качество фотографий. В общем, отойдя буквально там 200 метров от метро, 100 метров от автовокзала и 100 метров также от железнодорожного вокзала, попадаем в какую-то жопу мира. Судя по планировке здания, это какой-то бывший детский сад. Вот, наверх ведет жуткого вида лестница с обтертой краской. Я не знаю, там 12 слоев разной краски, они уже все протерты. И на втором этаже, вот где-то в жопе мира, находится малюсенький кабинетик FedEx. Ну, к этому добавить я не знаю, что еще. Ну, разве что курьер их ездит на собственных «Жигулях». Шестерки. Вот такие вот ужасы FedEx в Харькове. Ладно, открываем. А, да. Здесь еще вот к посылке. О, четыре листика. Раз, макулатурка. Два, макулатурка. Три, инвойс и 4. Причем, судя по тому, что вот PH6 из 8, PH7 из 8, их вообще должно быть 8. Жуть какая. В общем, и FedEx в жопе мира, и посылка он вся помятая. Ладно, внутри посылки у нас... О, еще один пакетик. Что это у нас? Ух ты! Shop Fun Express. Я думаю, многим покупателям в Китае, шопоголикам, как я говорю, знакомый пакетик. Это я его прорезал, или он такой был? Первый раз вижу фирменный пакетик Shop Fun Express. Ну да ладно. О, FedEx, а коробочка-то помятая вся. Ну, о, видно, да? Ну, упаковка, как видите, сохранила содержимое. Это вот два кулера для вот такого вот зарядного устройства SkyRC MC3000. У меня по нему было несколько видео на моем канале. И, собственно, проблема в том, что мне, а также моему другу из Киева, приехали эти две зарядки. Еще предпродажные версии. Приехали не для обзоров. Обзоры мы написали. Потом эту зарядку постепенно дорабатывали. Во-первых, поменяли вентилятор. Начали ставить другой. Во-вторых, перевернули его. У меня и у Алексея они дуют сюда, вниз под зарядку. Потом они начали выпускать буквально почти сразу. Он дует снизу зарядки вверх. Естественно, я тоже перевернул свой. Так лучше. Ну и там еще куча доработок. Если хотите, я могу рассказать о том, какие изменения были произведены
с ноября прошлого года по июль этого года. Возможно, даже показать их смогу еще, не обещаю. Но доработки я смогу показать. Ладно, меняем кулер. Судя по маркировке, это тот же самый кулер. Моделька-то у них та же самая.